Всем привет! Совсем недавно я обратилась в одну популярную группу за помощью. Очень часто в комментариях под видео вы спрашивали меня, почему в том или ином видео не было Ульяны Травкиной. Но я не знала, кто это до тех пор, пока таких комментариев не становилось все больше и больше. И мне все-таки пришлось разобраться в ситуации. А раз разобралась я, то должна рассказать и вам. Итак, сегодняшнее видео о мега-супер-гибкой Ульяне Травкиной. И не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ведь чем больше лайков, тем скорее выйдет новое видео. Информации в интернете об Ульяне не так много. В основном все ограничивается тем, что она участвовала летом 2017 года в популярном шоу Первого канала «Лучше всех». Там Ульяна рассказала о своей жизни, любви к спорту, некоторых наградах и выступила с показательным номером. На шоу ее пришла поддержать вся семья. Ульяна родилась в 2006 году в Новом Уренгое. На данный момент она живет и тренируется в Дмитрове. Ульяна занимается с 2011 года. Тренер ей довольна, родители гордятся. А помимо спортивных успехов, она еще и отличница в школе. Ульяна неоднократная победительница многих всероссийских и международных турниров. Является обладательницей стипендии губернатора и членом сборной спортивного общества «Авангард». Является сильнейшей в своей возрастной категории. Как говорят различные тренеры, у нее есть шансы попасть в олимпийскую сборную страны. Учитывая ее стремления и таланты, эти шансы очень велики. Так почему же она все-таки так популярна? Вот какие мысли есть по этому вопросу у вас. За счет своих данных, за кривую растяжку, харизма. Ну и подводя итог, можно сказать, что Ульяна популярна в первую очередь благодаря своей гибкости и артистизму. Ведь если бы не было этого, она не попала бы на шоу Первого канала, не заставляла бы зрителей так переживать за нее на соревнованиях. Я думаю, у нее большое будущее, и она нас еще удивит. Пишите в комментариях, что вы думаете об Ульяне Травкиной, и знали ли вы о ней до этого видео. Ну и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, и ставьте лайк, чтобы новое видео вышло скорее. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро. И пока-пока!